Филиалы Казанского федерального университета прошли торжественные мероприятия в честь празднования 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Елабужском институте КФУ звучали песни военных лет, а почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. В Набережно-Челнинском институте КФУ высадили аллею славы. После небольшого праздничного концерта ветераны и родственники с помощью студентов высадили на площадке инжинирингового центра 23 еля. Каждому деревцу было присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны и тыла. Анастасия Иванова, Универньюз.